Профессия юмору не помеха. Это точно знают в Бразилии. Судмедэксперт приехал на место преступления, которое уже окружила толпа. Мужчина хотел собрать улики и отодвинуть труп, но тут что-то пошло не по плану. Вот так судмедэксперт не устоял на ногах, упал на труп и не мог подняться. Как мы видим, это вызвало множество эмоций у собравшихся. Мужчину еле смогли поднять. Ему помог полицейский, который подтянул его за ремень. Как так произошло? Местная полиция комментариев не дает.